Судьба одной из артиллерийских батарей острова Котлина беспокоены петербургские историки. По словам активистов, орудийные дворики были построены во время блокады Ленинграда, являются, по сути, памятниками. Последний раз фортоведы посещали их в мае этого года и сделали несколько фотографий. Но сейчас место огорожено и охраняется. Оказалось, началась реконструкция территории. Историки беспокоятся о судьбе блокадных памятников. Видим, что здесь ведутся какие-то строительства на территории нефтебазы. Вот, а опасения такие, что значит, здесь находятся два основания 665-й батареи. Вот, и, так сказать, при строительстве они могли пострадать. Батарею 665 сформировали экстренно в октябре 41-го. На постройку двориков и установку пушек инженерам дали всего 10 суток. Орудия для новой позиции взяли с форта Риф. Правда, они до наших дней не сохранились. В течение войны эта батарея участвовала и в обороне Ленинграда, и в операции «Январский гром», когда была полностью снята блокада города.